шедевр велопромышленности Stinger Fighter SX300D. Значит, в чем прикол? Передний тормоз, дисковый. Машинка собрана у нас вот таким вот образом, на всяких разных винтиках. Крест-накрест. Все это собрали. Все это работает. Да. Работает нормально. Оп. Отлично. Да, обращаю внимание. 7 скоростей. Семерка. Идем назад. Я сказал, что у него работает все офигенно. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 звездочек. Настроили. То есть, в принципе, переключатель работает почти на все звезды. Вот такой шедевр. Передний, конечно, не стали делать. Просто его зафиксировали на среднее положение. Выкинули все тросики. Ну вот полдня ушло, чтобы выкинуть целую вон там вот кучу старых рубашек, тросиков, что все это настроить. Она все разбитая. Ну, будете кататься, радоваться жизни. Такой вот интересный двухподвес.